Приветствую вас, друзья! На связи с вами Куликов Сергей, сайт «Фокусы от моряка». В этом видео я не буду показывать фокусы. В этом видео я хочу сделать две небольшие новости и попросить вас об одном небольшом одолжении. Итак, новость номер один. Уважаемые подписчики, в ближайшее время, возможно, вы заметите такую вещь, что те видео, которые я уже давно снимал, я выкладываю их по новой. То есть я буду производить перезаливы видео, которые уже были когда-то на канале. Старые фокусы, там флориши, будут перезаливы. То есть то же самое видео будет перезалито. Не спрашивайте почему, просто так надо. Вторая новость. Часть обучающего материала, то есть вот первые все шаги, да, для новичков, то есть там классическое тасование, то есть где я обучаю там двойному подъему, пальмированию, то есть все эти видеоуроки будут пересняты и залиты по новой на канал. Почему это нужно, также не спрашивайте, просто это нужно. Вот у нас сейчас такой формат, да, то что я по пятницам заливаю фокус, по вторникам или средам стараюсь заливать обзоры. Так вот, эти новые видео, которые вы, в принципе, видели, ну, может быть, кто-то захочет посмотреть по новой, да, я буду заливать в другие дни, там, по понедельникам, по средам, по субботам, там, по воскресеньям, вот так вот. И это была вторая новость, и теперь небольшая просьба. Наверное, немногие из вас заметили сейчас, что я завел себе второй канал по фокусам. Канал, который полностью на английском языке. Опять же, не спрашивайте, зачем я это сделал, просто мне это нужно. И хочу попросить вас об одном одолжении. Сейчас вот здесь вот появится ссылка на этот канал. Там все видео те же самые, но очень мало подписчиков. Поэтому я вас прошу, и вас это как бы особо не затруднит, просто перейдите и подпишитесь на тот второй канал тоже. Ну, я надеюсь, что все поняли. Новости, в принципе, понятные, доходчивые. Ну и просьба, собственно, тоже небольшая. Если подпишетесь, мне хорошо поможете. Ну что ж, друзья, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. И до встречи в следующих видео. Пока.